Выберите один из кристаллов, чтобы получить бесплатный совет от экстрасенса. Кристалл, не чувствуя вины. Вы это заслужили. Вы создадите новые контакты, которые будут полезны в будущем. Будете открыты в социальной сфере. Уйдите от сомнений и живите полной жизнью. Кристалл номер два. Вы будете счастливы делать то, что считаете полезным. Вы используете всю свою энергию, поэтому вам нужно знать, когда сделать перерыв и избавиться от стресса. Говорите свое мнение ясно и громко, не задумываясь. Используйте беззаботную обстановку и полностью отдавайте себя. Кристалл номер три. Внутри вас царит ощущение свободы и спокойствия. Избегайте принятия сегодня важных решений. Вы привлечете окружающих, которые будут искать совета и мнения, открывая себя в области любви и показывая свои чувства без скрытых посланий. Вы понимаете, что долгое планирование только мешает вам двигаться вперед. Кристалл номер четыре. Стремитесь к достижению высоких целей. Боритесь за свои права и не позволяйте никому растоптать вас. Любовная жизнь, кажется, не имеет недостатков. Пора выкладываться на полную. Вы останетесь довольны временем, проведенным с другом, которому нужна поддержка и помощь. Кристалл номер пять. Избавьтесь от повседневных забот и возьмите короткий отдых. Вы физически идите к своим целям и не думайте о последствиях, потому что удача будет благоволить вам. Потребность в независимости не идет рука об руку с личной жизнью. Дайте себе время, но не принимайте радикальных мер. Что вы думаете по поводу нашего совета? Оставляйте свои комментарии по этому поводу.